Уровень безработицы в Сочи по-прежнему невелик, всего 0,4%. Тем не менее, ежемесячно на ярмарку вакансий приходят сотни человек. Планета ресурсов дает возможность соискателям найти подходящую работу не только в Сочи, но и на территории Краснодарского края. 23 организации вышли с предложениями по санаторно-курортной занятости, медицине, а также охранные предприятия, социальные управления и службы. Сотрудники центра занятости консультируют по всем вопросам трудоустройства и трудового законодательства. Предоставляется и услуга психолога. Во время ярмарки вакансий работает и отдел профобучения. Сегодня его сотрудники подготовили тренинг «Как произвести впечатление на работодателя». В нем сегодня приняли участие порядка 100 учащихся колледжей. Такое занятие позволит студентам подготовить самопрезентацию при устройстве на работу. Она проходит, акция, с 25 марта по 25 апреля. И у нас запланировано более 10 выездов в школы отдаленных районов города Сочи совместно с образовательными организациями среднего звена для проведения профориентационных семинаров, тренингов, мероприятий со школьниками и также презентации образовательных учреждений. Сегодня ярмарка вакансий прошла в Центральном, Хостинском и Лазаревском районах. Такая же встреча с работодателями состоится завтра в Адлерском отделе Центра занятости населения.